Хорошо, братья и сестры, хочу сказать, что если вы сегодня с нами в первый раз, то мы продолжаем нашу серию проповедей, которая называется Gospel Project или проект «Благая весть». Это серия проповедей, которая дает обзор всех 66 книг Священного Писания и займет около 3,5 лет. Мы вот уже в сентябре будет год, как вместе с вами изучаем Священное Писание с христоцентричной точки зрения и хронологической точки зрения. То есть мы начали с Ветхого Завета и идем хронологически, пытаясь увидеть, как каждая страница Священного Писания указывает нам на Иисуса Христа. Так вот, сегодня вместе с вами я хотел бы закончить книгу Иисуса Навина. Это книга, которую мы с вами изучали несколько недель назад, и последних 2 недели мы сделали небольшой перерыв, потому что у нас были гости, и мы хотели им дать возможность проповедовать на ту тему, которую Господь положил им на сердце, и мы знали об их приезде заранее, поэтому мы сделали небольшую такую паузу. Но сегодня вместе с вами я хотел бы сфокусировать ваше внимание на последней главе книги Иисуса Навина, 24 глава, с 14 по 28 стих. 24 глава с 14 по 28 стих. «Итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности. Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою и в Египте, а служите Господу. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить. Богам ли, которые служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам амореев, в земле которых живете. А я и дом мой буду служить Господу». И отвечал народ и сказал: «Нет, не будет того, чтобы мы оставили Господа и стали служить другим богам. Ибо Господь Бог наш, Он вывел нас и отцов наших из земли египетской, из дома рабства, и делал пред глазами нашими великие знамения, и хранил нас на всем пути, по которому мы шли, и среди всех народов, которые мы проходили. Господь прогнал от нас все народы и амореев, живших всей земле. Посему и мы будем служить Господу, ибо Он – Бог наш». Иисус сказал народу: «Не возможете служить Господу, ибо Он – Бог святой, Бог ревнитель, не потерпит беззакония вашего и грехов ваших. Если вы оставите Господа и будете служить чужим богам, то Он наведет на вас зло и истребит вас после того, как благотворил вам». И сказал народ Иисусу: «Нет, мы Господу будем служить». Иисус сказал народу: «Вы свидетели о себе, что вы избрали себе Господа служить Ему?» Они отвечали: «Свидетели». «Итак, отвергните чужих богов, которые у вас, и обратите сердце свое к Господу Богу Израилеву.
Народ сказал Иисусу: «Господу Богу нашему будем служить, и гласа Его будем слушать». И заключил Иисус с народом завет в тот день, и дал ему постановление и закон в Сихеме. И вписал Иисус слова сии в книгу закона Божия, и взял Божий камень, и положил его там под дубом, который подле святилища Господня. И сказал Иисус всему народу: «Вот камень сей будет нам свидетелем, ибо он слышал все слова Господа, которые он говорил с нами. Он да будет свидетелем против вас, чтобы вы не солгали пред Богом вашим». И отпустил Иисус народ, каждого в свой удел». Немного информации о том, что происходило до этого момента, который мы сейчас с вами прочитали. Мы видим, что Иисус Навин ведет израильтян в землю обетованную, обещанную им Богом. Это первых четыре главы книги Иисуса Навина. Мы видим, что израильтяне, народ израильский, верит Богу, верит Его обещаниям, верит в том, что Иисус Навин – это поставлен Богом, что Бог работает через Него, и Он вводит их в эту обетованную землю, землю, обещанную им Господом. Это очень похоже на то, как мы с вами, дети Божьи, следуем за Иисусом Христом, веря в Божьи обещания, веря в то, что только через Иисуса Христа возможно пребывание с Богом. Так же, как Израиль входил в землю ханаанскую, и мы входим в небесную обитель нашего Отца, доверяя Иисусу Христу, доверяя Божьим обещаниям. Это первая часть книги Иисуса Навина. Вторая часть, это с 5 по 12 главы, мы видим завоевание этой земли. Мы видим то, что враги израильтян побеждены. Мы видим удивительные победы, которые израильский народ совершает не сам, но через которых Бог работает. Бог делает чудеса. Мы с вами изучали историю о Иерихоне. Мы видим, что Бог делает просто абсолютно по-человечески нелогическими способами, делает чудеса и военные победы за победами у израильтян. Но мы также видим, что у них монументальные, огромные поражения, как только они перестают доверять Богу. Как только они говорят: «Господь, мы уже все под контролем, мы сами справимся», мы видим, что они терпят крах. И это похоже на нас с вами. Как только мы начинаем больше полагаться на себя, а не на Божье провидение, не на Божий план в нашей жизни, как только мы начинаем больше полагаться на свои способности, мы также начинаем терпеть определенный крах. В то время, когда мы полагаемся на Бога и на Его силу, и на Его славу, и на Его возможности, Он делает чудеса в нашей жизни и дает нам великие победы. Третья часть книги Иисуса Навина – это то, как они получают в наследство эту землю. Они каждый, Писание говорит нам, получают в свой удел. Это значит, что каждому дается определенная часть земли, дается определенный кусок земли каждой семье, каждому народу, каждому колену. И они получили наконец-то то, что Господь обещал им. И вот четвертая часть, последняя, заключительная часть книги Иисуса Навина, это то, на чем я хотел бы с вами сфокусироваться сегодня. Иисус Навин дает три, если так можно сказать, речи или напутствия своему народу. Зная, что он стар и что он скоро отойдет в вечность, он говорит своему народу несколько очень-очень важных вещей. И это похоже на Моисея. Моисей тоже израильскому народу давал определенные напутствия. Он им объясняет, как, получивший эту землю обетованную от Бога наконец-то, они могут продолжать наслаждаться ей, они могут продолжать пребывать в благословении Божьем, теперь, когда он исполнил свое обещание по отношению к ним. И это также похоже на нас с вами.
Если мы с вами христиане, мы хотим продолжать оставаться в плане Божьем с точки зрения исполнения Его воли, с точки зрения ответом на Его желание в нашей жизни, мы также должны делать определенные вещи. Так что же это за вещи, о которых говорит Иисус Навин? Это выбросить, выкинуть из своей жизни идолов. Идолов. И 23 глава, на одну главу раньше, чем того, что мы прочитали с вами, Иисус Навин говорит о том, что Бог исполнил каждое обещание, которое Он дал своему народу. 23 глава, 14 стих. «Вот, я ныне отхожу в путь всей земли, а вы знаете всем сердцем вашим и всею душею вашей, что не осталось тщетным, то есть не осталось пустым или неисполненным, не осталось тщетным ни одно слово из всех добрых слов или из всех положительных обещаний, которые говорил о вас Господь Бог ваш. Все сбылось для вас. Ни одно слово не осталось неисполнившимся». Каждое обещание, которое Бог дал своему народу и дает нам с вами, оно будет исполнено. Но есть еще одно обещание, есть, скорее всего, даже предупреждение, которое Иисус Навин дает своему народу, через которого Бог дает своему народу. Это 15 и 16 стих 23 главы. «Но как сбылось над вами всякое доброе слово, которое говорил вам Господь Бог ваш, так Господь исполнит над вами всякое злое слово, отрицательные последствия, доколе не истребит вас с этой доброй земли, которую дал вам Господь Бог ваш. Если вы приступите завет Господа Бога вашего, которого Он поставил с вами, и пойдете, и будете служить другим богам, и поклоняться им, то возгорится на вас гнев Господень, и скоро сгибнете с этой доброй земли, которую дал вам Господь». Что здесь происходит? Народ израильский получил землю, которую обещал им Господь. Бог исполнил каждое свое обещание, но так же, как Он исполнил все свои хорошие обещания по отношению к народу, положительные обещания, Он им говорит, что есть последствия, если вы будете делать что-то вот так. Если вы будете поклоняться другим богам, то вас истребят, и вас выгонят с этой земли, вас не останется в этой доброй земле. Это будет последствием вашего поклонения другим богам. Другими словами, у вас, народ, есть выбор. Поклоняйтесь истинному Господу и продолжайте жить в этой обетованной земле под Божьим благословением, или, если вы хотите поклоняться другим богам, вот что с вами произойдет. Вот последствия того, что произойдет. Идолопоклонство. Идолопоклонство можно совершить тремя разными способами. Они очень похожи, но их три разных, как минимум. Первое. Вы можете поклоняться совершенно другому Богу. Например, если вы не знаете Иисуса Христа как своего Спасителя, и вы ударились в какую-то религию, которая не принимает Христа как Спасителя, как Бога, то вы верите не в того Бога. Разные культуры, разные религии – это ответ на искание человека Бога. В каждом человеке есть желание искать Бога. Мы видим свидетельство о Боге во Вселенной, во всем творении вокруг нас. И люди по-разному реагируют на Него. Так вот, некоторые религии – это человеческая реакция на вот это искание, можно сказать, но искание не в правильном направлении, без Иисуса Христа. Поклонение другому Богу. Второе – это переизобрести Бога. Его немножко усовершенствовать. Сделать немножко более современным, более удобным для себя, более подходящим той культуре, в которой мы сегодня живем, чтобы людей не обижать, чтобы фокусироваться только на любви, но не подчинению Божьей воле. Например, часто
слышатся такие вещи: ну, для тебя Бог это вот это, а для меня Бог это вот то. То есть происходит определенная рационализация, что, ну, твоя истина – это твоя истина, моя истина чуть-чуть по-другому. И мы Писание уже-то не нужно читать. Я просто нарисую у себя в голове картинку того Бога, который мне просто удобен, который будет говорить то, что мне приятнее слышать. И я буду игнорировать все, что говорит Писание о грехе, о последствиях греха. Я буду просто фокусироваться на Божьей любви, потому что это приятнее людям. И поэтому сегодня есть церкви, которые не проповедуют о грехе и о последствиях греха. Сегодня есть общины, которые отвергают божественность Иисуса Христа, потому что это как-то непонятно. Хороший пророк был и все. Сегодня есть церкви, которые принимают однополые браки, хотя Писание четко и ясно говорит об этом, что это грех. Происходит подмена Бога и Божьей истины. Мы переизобретаем, переделываем, меняем Бога, чтобы Он нам чуть-чуть лучше, удобнее подходил. Более удобно. Третий способ, как совершить идолопоклонство. И этот способ, он, наверное, более часто прилагается к нам, как христианам. Это когда мы верим в Иисуса Христа как своего Спасителя. Мы верим в истинного Бога. Мы верим в то, что Он отдал своего Сына умереть на кресте за нас. Мы верим, что, Святой Дух живет в сердце каждого верующего человека. Мы верим в эти вещи. Но когда приходит место и время для практического поклонения в нашей жизни, мы берем то, что мы должны полностью отдать Богу, и оставляем его немножко себе. То есть мы поклоняемся чему-то, кроме Бога. Мы что-то ставим на первое место в своей жизни, что полностью должно быть отдано Богу. И это может быть вещь, это может быть человек, это можешь быть даже ты сам, поклоняясь самому себе. Стать христианином – это значит, что есть один Бог в трех личностях – Отец, Сын, Святой Дух. И Он несовместим с другими богами и с идолами в твоей жизни. И нам нужно сделать выбор, точно так же, как Иисус Навин говорит израильтянам: у вас есть выбор, определитесь, кому вы будете поклоняться. Вы будете поклоняться тому Богу, который вывел вас из Египта, который через Моисея был благословением для вас, который водил вас по пустыне, который позволил вам завоевать все эти города, где вы сейчас живете, который ввел вас в эту землю обетованную, или вы поклоняйтесь тем богам, которым поклонялись ваши отцы. Там, где-то за рекой, в Египте. У вас есть выбор. У них есть выбор, и есть выбор у тебя и у меня. Каждый день, кому буду я поклоняться сегодня? Функционально, практически. Понятно, что никто из вас не приходит домой, и ни у кого не стоит там какая-то каменная статуя, перед которой вы падаете на колени и молитесь. Но если в жизни каждого из вас что-то, что занимает у вас место поклонения Богу, потому что невозможно добавить истинного, единственного Бога к вашей коллекции башков в вашей жизни. Он призывает нас к эксклюзивному, к абсолютно единичному отношению к себе. Только Он и ничто другое. Только Он и никто другой. И вот большинство христиан часто находят себя в этой категории. Никто не хочет заниматься идолопоклонством специально. Никто не хочет заниматься идолопоклонством, потому что они считают, что это хорошо. Нет. Но многие из нас совершают функциональное, практическое идолопоклонство в своей жизни. Как это проверить? Как узнать, если я сегодня поклоняюсь какому-то идолу в своей жизни? Очень простой вопрос. Кого я пытаюсь удовлетворить или ублажить, или обрадовать тем, что я делаю? Кому я служу, делаю это?
Например, кому я поклоняюсь, делая служение в церкви? Если моя задача служения церкви, любого служителя в церкви, это поклониться Богу, это служить Ему, то это служение. Но часто происходит, что мы начинаем меньше поклоняться Ему и принимать то, что Он говорит нам, и часто начинаем слушать больше людей, ублажать людей, подчиняться людям. Кому мы подчиняемся, Богу или людям? Это может быть стать идолом для служителя. Популярность, поклонение людям, которые находятся вокруг него. Или, может быть, что-то на работе происходит. Может быть, на работе что более важно? Принципы, которые дает Бог вам, по которым каждый христианин должен функционировать, или мнение вашего босса, подчиненного или коллеги на работе? Кого вы пытаетесь удовлетворить? Кто в результате вашего действия будет доволен тем, что вы сделали? Бог или кто-то вокруг вас? Может быть, ваша социальная жизнь полна. Много что происходит. Если молодежь, много вечеринок, постарше люди, это посиделки, это иногда сплетни, прикрывающиеся молитвенными нуждами и так далее и тому подобное. Разные вещи могут происходить. Вопрос, кого вы удовлетворяете тем, что вы делаете? Бога этим разговором, этим действием, туда, куда вы пошли, или вы удовлетворяете себя или человека, с которым вы разговариваете? Я не имею в виду сейчас никакой конкретной ситуации, поэтому, если Бог говорит вам, не подумайте, я не знаю конкретных вещей сейчас. Я говорю о принципах, кого мы удовлетворяем тем, что мы делаем. Если это наши друзья, которые диктуют наше поведение, а не Бог. Если мы больше пытаемся удовлетворить их, думая, что они подумают о нас, вместо того, чтобы переживать о том, как Бог видит нас, то это может быть идолом в нашей жизни. Так вот, Иисус Навин в 24 главе, Он напоминает людям о том, кто они были. Он им говорит, вспомните, что вы поклонялись другим богам, что у вас было вот это, что ваши отцы делали вот это, но Бог спас вас, вывел оттуда. Он напоминает людям о том, кто они были и кем они стали, что они жили в плену, а сегодня они свободны и поклоняются Богу, что Бог спас их. В этом нуждаемся я и ты. В периодическом напоминании о том, кто мы были, до того, как Иисус освободил нас от рабства греха, от последствий смерти, греха, который идет к смерти, о том, что мы духовно были мертвы без действия Иисуса, без работы Святого Духа в нашем сердце. Мы жили в плену, мы жили по ценностям этого мира, и Он освободил нас. Мы поклонялись другим богам, другим ценностям, другим идолам в своей жизни, но теперь мы поклоняемся Ему. Не потому, что мы стали хорошими, не потому, что мы заслужили или что-то пересознали, а потому, что Бог сделал определенную работу в нашем сердце. И хлебопреломление – это одно из тех времен, когда мы осознаем это, когда мы задумываемся об этом, когда мы размышляем об этом. Это время думать, осмыслить, испытать свое сердце. Испытать свое сердце и посмотреть, есть ли у меня идол в жизни сегодня. Время вспомнить о том, что как и израильтяне, мы не заслужили Божьей благодати в нашей жизни. Мы заслужили наказание, последствия, а получили любовь и благодать. Иисус Навин напоминает им те же самые вещи. Он им говорит, вы этого не заслужили. Он им говорит что-то очень похожее, то, что записано потомки Ефесянам, 2 глава, 1-2 стих. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления». Если ты сегодня христианин, то это был ты до того, как Иисус призвал тебя к себе.
Мертвый по преступлениям, преступник, с грехом, живущим по принципам этого мира. И не имеет значения, вырос ли ты в верующей семье, или был бы ты каким-то насильником, или рецидивистом, и наркоманом. И тот, и другой были мертвыми духовно. Вне зависимости от степени греха в своей жизни, если ты без Иисуса Христа, не имеет значения, насколько ты грешен, ты грешен. Вы были в одном и том же состоянии. Когда я был помоложе, я как-то увидел один фильм о Ниагарских водопадах. И мне очень понравились Ниагарские водопады, столько воды. И вот несколько лет назад у меня была возможность с Ириной навестить ее родственника в Пенсильвании, и мы поехали на канадскую часть этих водопадов посмотреть Ниагарские водопады. Очень красиво. Там на самом деле три водопада. Два из них на американской стороне, и третий, он в основном на канадской стороне, но чуть-чуть на американской. То есть вот серия из трех водопадов. В этом водопаде самая большая протекаемость воды в мире. Больше всего воды проходит через этот водопад, чем через любой другой водопад в мире. 165 футов высотой падает этот водопад, приблизительно 50 метров. Самый мощный по силе водопад в Северной Америке. Очень красиво. Но что меня поразило, что есть люди, у которых хватает глупости или смелости, или того и другого, чтобы прыгнуть в этот водопад. Например, в 1920 году один британец, которого звали Чарльз Стивенс, он решил поставить определенный рекорд, были до этого и после этого люди, которые прыгали в этих бочках. Так вот, он взял бочку, деревянную бочку, накачали туда воздух, он туда залез, герметически ее заклеили. Он взял наковальню, знаете, наковальня что такое, да? Кузнецы на ней куют, большой кусок железа. Привязал себя к этой наковальне в бочке, чтобы его сильно не крутило, чтобы балласт был правой рукой. И они его сбросили повыше на реке, чтобы он медленно-медленно сначала плыл по этой реке. Потом попал к водопаду, упал, и они его должны были там выловить где-то внизу. Они его искали после того, как он тихо проплыл, а потом 165 футов в этой бочке упал. Но они нашли только наковальню и привязанную к ней руку правую, и больше ничего. Знаете, почему я вам это говорю? Потому что я и ты, до того, как мы пришли ко Христу, были этим человеком. Я и ты, до того, как Христос призвал нас к себе, были тем самым человеком, который где-то там, поверху реки, садится в бочку, обматывается всем этим железом, всем этим грехом в своей жизни, всеми своими последствиями, привязывается к этой наковальне, герметически закрывается, чтобы чуть-чуть воздуха хватало, и он плывет по этой реке и думает: «Я справлюсь, мне не нужен Бог». Все будет нормально, все под контролем. Я переживу, да и не очень трясет. Все будет хорошо. Безвыходная ситуация, которая рано или поздно к концу жизни приводит к одному и тому же результату. Смерти физической и жизнь в вечности без Бога. В аду. Мы похожи на человека, который садится в бочку, которого кидают в реку. Но Иисус Христос, Он прыгает в эту реку. Он вылавливает тебя и меня еще до того, как мы попадаем к этому водопаду. Более того, Его Отец приготавливает место для тебя и меня у себя дома. И говорит: оно тебя ждет, у тебя есть место в моем доме. И Иисус в этом водопаде условном погибает вместо тебя после того, как Он тебя спас. Это то, что сделал Иисус Христос на кресте, спасая тебя и меня. Мы были мертвецами. Вот о чем говорит послание к Ефесянам,
2 глава, мы были мертвецами. Иисус Навин говорит им об этом другими словами, но он напоминает о том, что вы были незаслуженными, вы были пленниками, вы жили в этом рабстве, у вас не было никаких шансов, но Бог спас вас. Он напоминает им, что это не Моисей, что это не Аарон, что Бог работает через людей, что Бог победил египетскую армию, что Бог продолжает их защищать в той местности, где они живут. То же самое, как Бог продолжает защищать нас с вами, индивидуально, как своих детей, как церковь, семьи, церкви, Благая Весть. Когда, если вы верующий 10, 20, 30, 40 лет, я не сомневаюсь, вы можете посмотреть на свою жизнь 20 лет назад и сказать: да, действительно, сегодня я вижу в том, что Господь меня от этого уберег. Старшее поколение, вы это видите, да или нет? Видите? Оказывается, когда мы смотрим на это немножко, чуть-чуть издалеки, начинается видно воля Божья, как Бог сохраняет нас. Бог продолжает сохранять нас как церковь. Сегодня Бог оберегает нас и дает нам возможность прийти в воскресенье в церковь и поклониться Богу, прославить Его, слушать Его Слово, не переживая о том, что одна из этих машин взорвется на паркинг-лоте, и что будет наказание за это. Наша церковь оберегается Богом также в том, что, насколько я знаю, за больше 18 лет ее существования она ни разу не была разделена. И в этом Божье благословение, в этом тоже Его защита. Его защита и благословение в том, что в мире, в котором мы живем, сатана атакует служителей, но я не знаю ни одного служителя нашей церкви за последних 18 там лет, который был дисквалифицирован из-за греха в своем служении. Может быть, я просто недостаточно хорошо помню, но я не знаю таких людей. Бог и в этом проявляет свою благодать и заботу. Господь заботится о своих людях. Он заботился о своем народе тогда. Он заботится сегодня о нас с вами. И Он ведет тот народ, свой народ израильский в обетованную землю, точно так же, как Он ведет тебя и меня в небесное царство, к Нему, в вечность. И когда мы рассматриваем свое сердце, мы изучаем его, мы испытываем его, у нас возникает чувство благодарности. Я надеюсь, что и думаю, что Иисус Навин тоже на это надеялся, говоря об этом своему народу. Что вспомните, что сделал Бог в вашей жизни. Все, что происходит в нашей жизни сегодня, оно происходит лучше и воспринимается лучше из-за того, что Иисус Христос сделал на кресте. Да, у нас появляется рак, у нас есть смерть, да, у нас есть проблемы, да, у нас есть трудности, да, у нас есть переживания, но все эти вещи переживаются намного лучше с Иисусом Христом, потому что от Него есть мир, от Него есть спокойствие, на Него упование. Мы с вами благословлены. Израильтяне были благословлены. И Иисус Навин, 24 глава, 13 стих, говорит об этом. Они не заслужили этого. 13 стих. «И дал я вам землю, израильтянам, Бог дал им землю, над которую ты не трудился, и города, которую вы не строили, и вы живете в них, из виноградных и масличных садов, которых вы не насаждали, вы едите плоды. Вы ничего этого не сделали. Города, вы в них живете, вы их не строили. Сады, которыми вы пользуетесь, вы их не насаждали. Господь позаботился об этом и дал вам возможность завоевать эту землю». Там жил народ, который приносил детей в жертву. Это был аморальный народ. Это был народ, который противился Богу. Господь истребил их и знал их. И дал своему народу эти благословения. И вот после того, как Иисус Навин говорит о всех этих благословениях, он потом уже с 14 стиха говорит: вот какая реакция должна быть у вас на те благословения, которые Бог сделал в вашей жизни. И какая же эта реакция? Избавьтесь от идолов в вашей жизни.
Вы видели, что Он сделал в вашей жизни? Вы видели чудеса, вы видели благословения, вы испытали всего этого. Избавьтесь от этих идолов. Невозможно поклоняться Богу и всем этим вещам. Невозможно поклоняться Богу и всем этим принципам. Даже поклоняться себе. Иисус Навин говорит: я не могу вас заставить это делать. Я вот что вам говорю, вот что говорит вам Бог. Но я и моя семья будем служить кому? Господу. Он говорит: вы определитесь. Либо вы поклоняетесь тому Богу, которого я вам сейчас описал, или тем башкам, которым поклонялись ваши родители. Но в любом случае я и дом мой буду служить Господу. Он дает им выбор. У вас сегодня, у меня сегодня есть выбор. Избавиться от идолов в жизни и поклоняться Господу, или поклоняться чему-то или кому-то в своей жизни. Может быть, вы спросите, как можно поклоняться самому себе? Очень просто. Вы создали себе определенный имидж. У вас есть репутация. К примеру, репутация крутого бизнесмена. И вы эту репутацию поддерживаете, и вы за эту репутацию держитесь. Так вот, может быть, эта репутация стала идолом вашей жизни. И для того, чтобы избавиться от идола в этой жизни, вы должны быть готовы отказаться от этого имиджа и быть самым бедным дворником где-то. Во славу Иисуса Христа. Это не значит, что вам нужно это сделать, но это значит, что вы должны быть готовы это сделать, если Бог поведет вас к этому. Или, может быть, у вас имидж самого крутого музыканта, который есть в нашей местности. Во всех аспектах. Отличная музыка, просто виртуоз. Но если вы не готовы отказаться от этого, возможно, это идол в вашей жизни. Если Бог сегодня призывает вас на служение какого-то другого типа, а не музыканта, возможно, этот имидж, который вы сами себе создали, это ваш идол в жизни. Есть более серьезные вещи. Возможно, ваш имидж – это имидж служителя, пастора, диакона, руководителя какого-то отдела. И вы просто не видите себя ни в каких других ролях. А Бог вам говорит: а я хочу, чтобы ты служил вот в этом. А ты не хочешь отказываться от этого, потому что у тебя есть имидж, у тебя есть определенный статус. Но Бог тебя призывает к этому через молитвы, через других людей, через Писание. Но ты отказываешься, потому что это идол в твоей жизни. Идолом может в жизни встать любая вещь и любой человек, когда ты заботишься о ней и пытаешься удовлетворить ее или поклониться этой вещи больше, чем поклониться нашему Господу. Может быть, это имидж семьянина, отца, который никогда не отказывает своим детям. И хорошая вещь. Но если ты не готов отказаться от какого-то времени с семьей, для того, чтобы ответить на призыв Божий на служение, возможно, это стало твоим идолом. Я не знаю. Возможно. И 24 глава книги Иисуса Навина, она заканчивается интересными стихами. Вот с 29 по 33. Они описывают смерть. Смерть некоторых людей. Смерть Иисуса Навина и его погребение. Где Иисуса Навина похоронили? В какой земле? Ту, которую Господь им обещал. Где кости Иосифа похоронены были? Там же. Господь исполнит свое обещание. А Элиазар, сын Аарона, когда умер, где он был похоронен? Тоже там. Господь исполнил свои обещания. И здесь подчеркивается даже то, что даже в смерти... Даже в смерти эти люди, они получили то, что Господь обещал им. Насколько это было невероятно, но обещание Божье было исполнено, если ты служишь Господу, если ты поклоняешься Ему. Несмотря на любые другие обстоятельства в жизни, Бог исполнит свои обещания. Мой призыв каждому из вас сегодня – это посмотреть в свое сердце и выкинуть оттуда любого идола, который есть сегодня там. Я не говорю об идоле,
как другом Боге. Я не говорю даже об идоле, которого мы сделали, Бога, идола как Бога, которого мы сделали более удобным для себя. Я верю в то, что вы достаточно зрелые христиане, которые могут различить истину от лжи. Но мы часто обманываем себя, смотря на свое сердце. Это третий вид идолопоклонства. Когда мы забираем поклонение от Бога и начинаем поклоняться кому-то или чему-то в своей жизни. Пусть Господь благословит каждого из нас в этом. Давайте мы встанем, попросим Божьего благословения на жизнь каждого из нас, на то, чтобы Бог показал каждому из нас, в чем наша слабость. Если у вас есть сейчас желание прославить Его имя, возблагодарить Его, может быть, в чем-то покаяться, в чем-то попросить у Него прощения, вы можете это сделать. Молитесь, друзья.